Сегодня в Чувашском драмтеатре состоится гала-концерт «Тут весны 2019». Студенты будут петь, танцевать и показывать свои лучшие номера. Пока вы смотрите видео и прожимаете жирные лайки, мы узнаем, кто стал победителем и призерами этого фестиваля. На гала-концерте фестиваля «Студенческая весна»! Что творишь, холоп? Не худой творю. Матушки, господи, дом, матушки, господи, дом. Поздравляю всех победителей и призеров фестиваля и, пользуясь случаем, хочу пожелать дальнейших успехов.